20 известных криминальных авторитетов во главе с Шакро Молодым лишили статуса вора в законе Намика Салифова, Бакинского, младшего брата убитого в Анталье азербайджанского криминального лидера Лоту Гули. Как стало известно Daily Storm, они адресовали прогон всему воровскому миру. Намик Салифов претендовал на империю убитого брата, который держал под контролем всю оптовую торговлю фруктами и овощами на рынках России. «Мы, воры, ставим вас в курс, не воспринимать его как вора. Он есть никто и звать его никак», сказано в воровском послании, орфография и пунктуация сохранены. Примеч. Daily Storm. Составители прогона назвали Намика Салифова самозванцем, пояснив, что он только представляется воровским именем. Тот, кто будет поддерживать и сопутствовать этому самозванцу, то к нему будет соответствующий подход, написали воры в законе. Под посланием криминальному миру подписались известнейшие авторитеты, в том числе Шакро Молодой, Олег Шишкан, Бадри Кутаиский, Эдик Асатрян, Дато Краснодарский, Альберт Рыжий, Заур Нахчеванский, Рома Курт и Хусейн Слепой. Надир и Намик Салифовы были осуждены в Азербайджане в 1996 году. Старшего из братьев суд отправил за решетку на 15 лет, но позднее срок ему продлили до 2021 года. Младший получил 27 лет лишения свободы. В 2013 году по инициативе Надира Намик был коронован и стал вором в законе. Убийство вора в законе ведет к беззаконию. На рынках России после смерти Лоту Гули опасаются волны разборок между криминальными авторитетами. 24 августа 2020 года. Daily Storm. Убийство вора в законе ведет к беззаконию. Лоту Гули был застрелен своим же телохранителем Хаганом Зейналовым в одном из отелей Анталии. Он скончался на месте, а попытавшего сбежать стрелка задержали турецкие полицейские. Вора в законе похоронили в Турции. На церемонии присутствовали родные и близкие ему люди. После этого, по информации Daily Storm, в криминальном мире никто не заявлял о намерении занять место Лоту Гули.